Да куда? Даже не умывшись. Даже не поздоровавшись. Так положи на место, иди в ванну. Там Жаня. О, Денис, доброе утро. Она что, здесь ночевала? Да, ночевала. Да, мы приехали поздно ночью, и нам даже удалось немножко поспать. Мне, например, здесь, на диване. Ты не обязан ничего объяснять. Ладно, извиняюсь. Здравствуйте. А то у меня в комнате ночевался. Да, я у тебя ночевал в комнате. Кстати, мой новый телефон. Слушай, я забыл. В смысле? Я забыл себе купить телефон. В смысле? Ты обещал. Правда. Ну, я виноват. Ладно, пью. Стой. А я пою, держи слово. На. Он... Ну, бери, бери. Он мой, да? Да, он твой. Правда? Да. Тащи старый. Спасибо, я тебе сейчас свой принесу. Давай. Спасибо. Балуешь. Я подаю пример. Нам пора ехать. Да. Так, никто никуда не поедет, пока не поест. Вероника, к столу. Сим-карту переставил, ну, в общем, теперь он твой. Поздравляю. Смотри, у меня новый телефон. Дэн мне написал смс-ку, что ты классная. Послушай, Ник, ты уверена, что нам надо туда ехать? Ну, сколько я могу прятаться? Алло, Вадим, это Макс. Мы выезжаем. Да. Сегодня точно все будет сделано. Они в ловушке. Да. Через километр налево. Уверена? Чего-то непонятно, как-то машина едет. Ну что там? Ничего. Я ничего не понимаю в этом. Ты же мужчина. Я врач, а не автомеханик. Так. Мы, кажется, ехали здесь. Потом вроде бы свернули вот сюда. Кажется, вроде бы. У тебя карта в руках была. Неужели нельзя было как-то... Да, у меня проблемы с топографией. Я вообще по навигатору привыкла. Штурман. Макс! Там кто-то есть. Стой здесь. Ссорят сами, а потом говорят, экология, а бумага, ну, на растопочку сгодится. Послушайте, уж извините нас, что мы ссорим, мы не специально. Вы не подскажете, как нам дойти до лесного охотхозяйства? Конечно, подскажу. Вот так через рощицу, напрямки, рукой подать. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Тут ходу минут 10. Подойдете со стороны леса, там у них старый въезд. Понял, да? О, а девка-то совсем хворая. А ну, поди сюда. Подойди ко мне поближе.
Вот тебе здесь травка, да не смейся. А здесь ягодки. Бери, бери. Да, спасибо. Я свое дело знаю. Бери. Будешь заваривать травки 1 столовую ложку, добавишь 2-3 ягодки. Пей утром и вечером. 2 недели и будешь как новенькая. А ну, хоть сюда. Мужик твой за тобой только будет бегать, как собачонка. Ни на одну бабу не посмотрит. Ну, ты чего хихикаешь? Спасибо вам. Спасибо. Вот там. Там, там. Не забудь. Утром и вечером. 2 раза. Подожди. На одной из фотографий Артем стоял около одного из таких домиков. Да, Дэн. Алло, Макс. Ты в курсе то, что я у тебя в телефоне нашел шпионскую программу? Ну, она все твои вызовы прослушивает. Черт. А чего такое? Дэн нашел вирус в телефоне, а я, дурак, вчера сюда звонил. И что? То, что убийца знает, привет! Нас искать. Стоп! Держи тихо. Все живы. Ника, иди в дом! Убери ружье. Может, скорую вызвать? Какая скорая? Ему конец. Ника, иди в дом! Отведи ее. Кто заказчик? Кто заказчик? Арк! Не слышал? Кто заказчик? Я его где-то видел, только не помню где. Угу. Видел, когда нанимал убить меня. А сейчас решил убрать, чтобы он тебя не знал. Что? Что слышал? Ты что, меня подозреваешь? Подожди, ты что, меня подозреваешь? Скажи, ты это все серьезно? Я слышала, как ты договаривался о встрече с Аристархом. Просто верить не хотела. Наверное, уже и контракт за моей спиной подписали. Интересно, что он тебе посулил, если ты решил меня убить. Вот этот договор. Я хотел сделать тебе сюрприз. Я хотел провернуть самую выгодную сделку в истории нашей фирмы. Черт с ним! Ответь мне на единственный вопрос. Что мне нужно сделать, чтобы доказать тебе свою невиновность? Ты считаешь, что после стольких лет нашей дружбы я смогу тебя предать? Ты думаешь, что я смогу причинить тебе? Да хоть какой-то вред! Ей вообще можно? Нужно. Но достаточно. Сам будешь? Нет. Тебе тоже не советую. Я Корнилову звонил, они уже едут.
пойду скажу Игорю, чтобы никого не пускал на территорию. А ты последи за ней. Только не кричи так. Да уж. Стоял, как дурак, и смотрел, как уезжает ваша машина. Я подумал, что киллер вас и тут нашел. Потом увидел разбросанные фотографии. Не понял, почему вы так поспешно уехали и без меня. Все фотографии были отсюда, с этого места. Я предположил, что вы напали на какой-то след, и этот след ведет сюда. А потом я просто поехал за вами. Все будет сделано. Они в ловушке. Да. Уж постарайтесь, разлюбезный мой. Руки вверх. Артем, ну прости меня. Ну, что я могла подумать, когда увидела вот это? Черт. Я же сказал, что где-то его видел. Ты его знаешь? Нет, не знаю. Виделись один раз на охоте в 2013-м. Даже имени не знаю. Надо свериться со списками. С какими списками? У Митрича, у егеря. Есть списки участников той охоты. Я еще вчера попросил его принести их, чтобы я сфоткал на телефон. Кроме того, на даче я нашел общую фотографию. Там все. Может, кто-то из моих друзей сможет его опознать. Заходи. Оружие сюда. Митрич, ты чего? Прошу прощения, Артем Игоревич, но в моем хозяйстве разрешено охотиться только на зверей. Ружье. И без фокусов, сам знаешь, как я стреляю. Товарищ полицейский, сюда, здесь они. Полегче, ребят. Вы мне не читали мои права. У меня есть право на один телефонный звонок. Да у меня дядя Суханов, адвокат. Он вас всех засудит к чертям. Американских сериалов насмотрелся. У тебя есть право заткнуться, замолчать. Я тебе советую этим правом воспользоваться. У тебя убийство висит. Подождите, мы же вам объяснили. Артем меня спас. Товарищ начальник, у меня визитка в кармане. Это следователь из Москвы. Корнилов. Я ему звонил, он в курсе дела, уже сюда едет. В куртке, в правом, нижнем. Так, только Москвы нам здесь не хватало. Ну ладно, расстегните их. Дмитрий, здесь курить можно? Вам везде можно. Нормально? Нормально. Спички есть у кого? А, вы же не курящие. Держите. Я у тебя взял, когда вещи твои собирал дома. Спасибо.
Чесноку. Который час? Уже 3 ночи. Может, поедем домой, я машину починил. Товарищ мой, разрешите? Входите. Его как минимум держать будут 72 часа. Ты все это время здесь будешь? Дядя Артема отличный адвокат, он справится. Дядя Артема сказал, чтобы мы ехали домой, так как все показания мы уже дали. Не знаю, как ты, а я хочу спать. О, Максим! Поехали! Максим, отпусти поехали. Меня. Отпусти меня. Спасибо, конечно, но по какому праву ты решаешь, что мне делать? По такому праву, что я врач. А еще ты 2 суток не спала. Идем. А еще я взрослый человек и сама разберусь, что для меня лучше. Я тебя понял. Максим, ты и я живы благодаря Артему. Как я могу спать, пока он здесь? Здравствуй, Люба. Я вернулся. Артема. Слушай, все-таки дядя Боря гений. Меня выпустили под подписку о невыезде. Макс, докинь до дачи, здесь минут 15. Я бы там заночевал, а то мне завтра сюда на допрос. А машина под арестом. Давай, садись. А при чем тут твоя машина? Поднимись в 305-й кабинет и спроси у дяди Бори. Я не знаю, он адвокат. Кроме того, я очень хочу есть. Едешь или нет? Перед смертью убийца сказал что-то невнятное, что-то типа олигарх. Ну или, в общем, последний слог был арх. Может, это было имя Аристарх? Ты что, серьезно? Нет, ну, во всяком случае, на записи никаких имен не было. Единственное, что я запомнил, заказчик обращался к киллеру как разлюбезный мой. Слушай, мне единственное непонятно, зачем киллер записывал разговоры с заказчиком. Не знаю, может, для гарантии безопасности. Ладно, завтра эксперты должны установить личность убитого. Никусь, надо понять, кому это вы. Тихо. Тоже пойду. Алло! Алло! Ты как? Замерзла. Сейчас со дровами схожу. Странно. По этому номеру 1000 лет никто не звонил. Кто может его знать? Ты как? Холодно очень. Ой, да ты вся ледяная. Иди сюда. Так, значит. Какая удачная охота! Какая добыча! А ты как здесь оказалась и почему без звонка?
А я звонила вот только что. И всю ночь на мобильный. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Артем, а что происходит? Я уже видела эту девушку вместе с Ивановым. А эта девушка дочь Иванова и невеста Артема. И я не понимаю, почему застаю в ваших объятиях практически накануне нашей с ним свадьбы. Надо же, без меня меня женили. Девушка, ну если быть точной, вы застали меня в его объятиях, а не наоборот. Так, ну ты-то хотя бы не подливай масло в огонь. Ну, ты не видишь, девочка любит устраивать сцены ревности. Ах, вот кто я. Оль. То есть я просто девочка. Вот так, кто давай, я для тебя. Оль. Понятно. Оль, о, дальше не без надо нас. Меня трогать. Пойдем. Не надо трогать. Хватит, меня поставь. Послушай, что-то слишком много совпадений. Еще эта дочка Аристарха рядом с Артемом. А если предположить, что киллер действительно назвал имя Аристарха? Так, 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 хорошо. А при чем здесь Артем? Я уверена, что Аристарх его использует в темную, причем с помощью своей дочери. А, так вот ты обо мне какого мнения. То есть после стольких лет дружбы ты считаешь, что меня кто-то может использовать в темную как марионетку, да? Артем, я не это имела в виду. А что тогда? Подумай сам. Во всем этом есть определенная логика. Я переписала на тебя часть фирмы, в том числе и тот участок, который я увела из-под носа Аристарха. А он сейчас делает все, чтобы ты стал членом его семьи. Господи, да пусть он заберет себе этот участок, только оставит меня в покое. Можешь ему это передать? Мы сейчас вместе поедем к Аристарху, и ты ему все сама расскажешь. Чем дальше, тем интересней. Едешь с ними или остаешься со мной? Оставайся со своей невестой. Ник, постой. Да что ты как собачка за ней бегаешь? Да подожди ты, Оль, да стой ты! Я сама поеду к Аристарху. Ну и катись за своей Вероникой. Да езжай ты куда хочешь. Дай мне свой телефон, я позвоню Маше, скажу, чтобы она назначила с ним встречу. Телефон развяжем. Тогда отвези меня домой, я пока приведу себя в порядок. Ты со мной? Я, пожалуй, тоже зайду домой и приведу себя в порядок. А потом я зайду за тобой, и если ты не передумаешь, мы поедем к Аристарху. Как тебе такой план? Как скажешь. Ну, куда ж мне деваться? Я же в ответе за твою жизнь. Я тебе сейчас всего не могу рассказать. Но поверь, дело очень серьезное. А Вероника на нервах может наломать кучу дров. Да мне все равно, что там у вас стряслось. И все равно, в чем она обвиняет моего отца, ему не впервой. В каких-то грехах его не обвинили. Пусть только сунется к нему, он быстро с ней разберется, ты его знаешь. Это в каком это смысле? Да, дядя Борь. Да, сейчас буду. Я совершенно забыл про допрос. Какой допрос? Ну что, Вероника Николаевна, хорошо я подготовился к нашей встрече? Да уж, я ожидал чего угодно, только не такого. Итак, правительством Москвы вам выделен грант на строительство санатория для детей с болезнями органов дыхания. Да, этот участок идеальное по своей экологии место. А вот здесь я строю коттеджный поселок. Где часть домов, по сути, социальное жилье, которое передается в собственность тем семьям, у которых такие дети. Mm. У меня был сын инвалид, брат Оли, умер еще ребенком. Я не знала. Сочувствую. Ничего, ничего. Простите, может, вам это покажется странным, но не могли бы вы взглянуть на эту фотографию? Хм. Ну, вот этого красавца я знаю. Да, это наш общий знакомый. А что скажете про этого человека? А этого нет. Ну, если для вас это так важно, секундочку. Ну, что могу сказать? Этот человек не из нашего круга. По
глазам видно, что не босс, так, шестерка. И вообще вряд ли имеет отношение к бизнесу. Скорее всего, он военный. И это все по глазам? Ну ведь по вашим прекрасным глазам я узнал, что вы честный партнер и искренний человек, неравнодышащий по отношению к детям. Вы ведь уже для себя решили, что будете работать со мной над этим проектом. У вас даже пару идей появилось, верно? Всегда мечтала о таком проекте. Если бы не весь этот ужас последних дней, я бы уже планы строила. Хорошо, что главный злодей оказался добрым волшебником. Хорошо, но кто заказчик, опять не ясно? Заказчика мы найдем, не переживай. Артем бы это лучше не обижало. И все-таки мой дядя Боря гений. Машину отдали, а я под подпиской о невыезде. Прости меня. Я из-за тебя убил человека, нахожусь под следствием, и меня бросила моя невеста. Но я с тебя компенсации требовать не буду. Прости. Ребят, может, вернемся к нашим олигархам? Хорошо, но не здесь. Встретимся в городе. Мне нужно уладить одно дело. Угу. Пойдем. Оля! Оля, открой! Прекрати детский сад! Антонина Павловна, откройте мне дверь! По отпечаткам пальцев убитого в охотхозяйстве. Есть совпадение по служебным базам. Это бывший наш коллега Гурьев Юрий, 35 лет. Уволен из полиции за превышение должностных полномочий. Подробности удалось выяснить? Да, удалось. Допрос вышел из-под контроля, Гурьев применил силу, а у задержанного оказалась припрятана бритва. У Гурьева остался шрам на шее. И еще. Тот, кто его порезал, был задушен на зоне. Виновных не нашли. Это все, Михаил Петрович. Очень хорошо, молодцы. Ройте дальше. Везде, где только можно. Мне нужна подробная биография этого Гурьева. От пеленок до сегодня. Выполняйте. Значит, эту фотографию я взял у Митрича. Значит, вот этих четверых я знаю лично. Двое из них уже давно за границей. Этот недавно женился, но я могу с ним встретиться. Подожди-ка. А этот похож на Диму. Да. Ну, Диму Нестерова. Бывший муж Маринки. Точно, это он. Он же еще бизнесмен какой-то. Угу. Он с нами всего пару раз был на охоте, а потом пропал куда-то. Ты хорошо знаешь его? Ну, так, мы неплохо общались, когда они были вместе. Правда, только по праздникам. Он всегда очень занят был. Маринка страдала от этого. А где найти его? Так. Если у него офис в том же месте, то я знаю, где это. В таком случае мы с тобой едем к этому Дмитрию, а ты берешь на себя всех остальных. Добро, будем на связи тогда. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, где кабинет директора? До конца направо. Спасибо. Компания Дмитрия съезжает, что ли, куда-то? Да. Видимо, ко дну. Здравствуйте. Мы к Дмитрию Константиновичу. Вам назначено? Нет, мы по личному вопросу. Скажите, что пришла Вероника, подруга Марины. Дмитрий Константинович сейчас занят с посетителем как раз по поводу смерти Марины Аркадьевны. Так что подождите, пожалуйста, присаживайтесь. Простите, а что, Дмитрий занимается похоронами? А кто? Товарищ майор, разрешите? Да, Василий, слушай. Гурьев, оказывается, последнее время работал в охранной фирме. Но 3 года назад уволился. Но что примечательно, данная фирма до сих пор обслуживает офис Дмитрия Нестерова, мужа погибшей в аварии Марины Нестерова. То есть бывшей жены? Они же в разводе. Вы что, мне не верите? Вот копия свидетельства о браке. Я сама занималась оформлением похорон. Они не разведены. Да.
Я сама мечтала об этом столько лет. Ой, прости, Господи. Что я говорю? Ее же сегодня хоронят. Как? Марину хоронят сегодня? Да. Через час в храме отпевание. Я не пойду. У нас и так в офисе такая тишина, как на кладбище. А куда все делись? Где персонал-то весь? Народ воняется пачками. Зарплату не платят, видите? Я тоже еще работаю, собираю вещи. Я же не могу оказаться на улице в одночасье. То есть совсем плохо, да? Да хуже некуда. Фирма совсем загибается. Конечно, босс обещает, что через полгода все наладится. Но почему через полгода? И что может измениться через полгода? Я не верю в его обещания. Я никому не верю. Вероника? Добрый день. Добрый день. Какими судьбами? Это мой друг Максим. Да, очень приятно, Дмитрий. Хотел бы сказать, что очень рад вас видеть, но в свете трагических обстоятельств это звучит как-то кощунственно. Дмитрий, простите, я понимаю, что мы не вовремя, но у нас есть один вопрос. Вы не уделите нам пару минут? Да, конечно. Да, проходите. Всего доброго. Да, прошу, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Дмитрий, примите мои соболезнования. Я не знала, что вы с Мариной все еще женаты. Да, так бывает. До ЗАГСа так и не дошли. Делить нам было нечего. Да и, собственно, замуж пока никто не забирался. Я бы хотела присутствовать на похоронах, но не знаю, где и когда. Да, конечно. Панихида через час, а потом едем на кладбище. Если хотите, можем отсюда прямо вместе поехать. Мне нужно переодеться. Боюсь, что на панихиду я уже не успею. Приеду сразу на кладбище. Хорошо. Элла вам всю информацию по этому вопросу предоставит. Это все вопросы? Нет. Здорово, бандит! О, привет! Привет. О, как блестит! Катька, небось, счастлива, что тебя окольцевала. Харе, Хохмить, ты знаешь, а мне нравится. Правда, на кольцо не любуюсь. Давай-ка ты лучше рассказывай, когда в твою честь салатики поедем. Ой, давай не будем об этом. Шикарная поляна. А то. Давай по существу. Давай. Да, этот человек работал здесь. Начальником охраны. Года 3 назад. Ну, уволился потом. Зовут, по-моему, Юрий. Хотя, не могу точно сказать. Если хотите, узнаю в кадрах. Да, пожалуйста. Так, это Гарик. Он следом за Петровичем за гранку подался. Уже полгода как. А это Кирюха. Рядом, видишь? Помнишь? Mm. Ну, который говорил, что тоже никогда не женится. А, да-да-да-да-да. Женился. На женщине с двумя маленькими детьми. Да ты что? Да, так сейчас третьего своего жду. Ой. А что случилось? Дело в том, что в аварии, в которой погибла ваша супруга, не все так просто. Идет расследование. А вы следователь? Нет, я врач. К счастью. А хотите кофе? Элла, принесите, пожалуйста, 2 кофе. А что вы говорите про расследование? Расследование идет, но детали пока разглашать не можем. Ну, а какие детали, речь? Я же как муж имею. Дмитрий Константинович, только что звонил нотариус и просил срочно прислать ему цветные сканы свидетельств на недвижимость Марины Аркадьевны для оформления заявления на наследство. Ну, у нас нет сканера. А вот это олигарх. Кто? Ну, Дима Нестеров.
Сейчас-то он похудел. Он просто вычитал в одной психологической книжке, что если мечтаешь кем-то быть, просто представь, что ты этот человек. И веди себя соответственно. Вот и начал он себя так вести. Мы его стали олигархом называть, поэтому. Да ему даже нравилось. Ну, а чего случилось-то? Погоди, ты же обещал про невесту рассказать. Да, Корнилов. Что? В офис? Павшина и Давыдов? Я сейчас сам еду в офис Нестерова. Понял. Ждите, выезжаем. Никакой там самодеятельности. У входа ждите. Опергруппа на выезд. А что, мне тащиться в соседний офис? Ну, а что делать, разлюбезная моя? Прошу. Кофе не будет. Да, слушаю. У Дмитрия Нестерова кличка «Олигарх». Да, вас понял. Не беспокойтесь, сейчас идем. Хорошо. Машина въезд перекрыла. Ну что, поехали? Да. Хорошо, что ты мне сказал номер оставить, а так бы… Ну что, рад был знакомству. Да, всего доброго. До свидания. Всего доброго. Руки у вас холодные. Нервничаете? Ну что, мы пойдем? Да, мне еще нужно платье для похорон переодеть. Ну тогда до встречи на кладбище. Все хорошо. У Марины две квартиры, и он в центре. Тихо. Ты представляешь, сколько они стоят? Нет, не здесь. Он же убил из-за этих двух квартир. Потом обсудим, пошли. Артем сказал, что он и был олигархом. Я догадалась. А, подождите, пожалуйста, не поможете мне? Вы же сейчас на машине, а я выпил, мне за руль нельзя. Не подбросите до церкви. Стой! Это место, я сказал! На месте! Телефон на пол. На пол, быстро! Назад! Все встали на своих местах! Назад! Назад отойди! Дыши, Роб. Тихо. Терпи, терпи. Бежать! Аккуратно, я тебя разворачиваю. Жива? Жива. В машину, быстро! Какая машина? Скорую вызывай. Сержант, скорую! Есть! Руки. Ника, скорая, в глаза да. Смотри. Не засыпай. Ника, смотри мне в глаза. Ника, не засыпай. Засыпай. Ника. До полиции ее не довезем. А что рядом? Травмпункт, но местный хирург вряд ли справится. Я буду оперировать. Я хирург, у меня действующая лицензия. Я не хочу умирать. Ты будешь долго и счастлив. Обещаю. Ну что ты так волнуешься? Приедут они. А мы здесь. Привет. Привет. Осторожно, мы швы недавно сняли. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ох. Ну что, за наш новый совместный проект и подписание договора. Ура! 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 Прошу к столу. Не с того тоста ты вечер начинаешь. Вечная для тебя работа важнее семьи. Виноват, олененок, исправлюсь. Итак, давайте выпьем за новый семейный союз. Артем и Ольга, горько! Горько, мне тоже очень горько. Спасибо тебе за это. Спасибо жене Воздвиженского. Тебе спасибо. Твоя идея была позвать его на репетицию. Ну, на концерт, надеюсь, пойдем все вместе. Нет, Вероника, я без тебя не справлюсь. Да потому что я запутался. Да клиент сам не знает, что он хочет. То он хочет хай-тек, то он хочет шале, то он хочет модерн. Потом он говорит, все это надо смешать. Артем, успокойся, решай сам. Ты справишься. Да...
Так, давай, знаешь, что сделаем так. Я, значит, отложу переговоры и дождусь, пока ты приедешь, а? И сорвешь все сроки. Спасибо, Зайка. Ника, скажи, чтобы он не боялся. Подожди, Ник, скажи, у тебя на этом корабле есть интернет? Давай я тебе пришлю по почте. Я в отпуске. Все, целую, Оле, привет. Ты чего так рано встала? Артем звонил. Ты сказала, никакой работы. Как так? Так, стоп, что случилось? Голова? Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри, довольно. Ника. Ну, что такое? Дурак ты. В смысле дурак? Эх ты, а еще врач. Ты шутишь? Что ж ты молчал? Ника, ты чего? Мне это снится? Нет. Ну ты даешь. Это ты даешь. А почему вчера ты молчала?